Еще 3 года назад Раисе Кудрявцевой пришла идея объединить всех страстных любителей пения в большой хор патриотов песни. Так и появился на свет проект «Поющий город», который собрал под своим крылом более 200 человек, объединив их в одну большую семью. Хор ветеранов образовался, хор горожан, хор молодежи и хор родителей 47-й гимназии. И вот после этого люди не захотели расставаться. В одном из торговых центров Кургана коллектив Раисы Ефимовны принял участие во флешмобе. Стоит отметить, что для курганских хоровиков это уже не первый опыт. И вот сейчас мы уже 3-й год проводим в Пушкинском в честь христианского Рождества такие флешмобы. Мы поем международный рождественский гимн «Silent Night» или «Тихая ночь». Алла Маковеева, Тимур Унцуханов, Александр Киселев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».